Приземлились они, по-моему. Они приземлились, а, точно. Ну просто если они идут к палаткам, возможно, они идут в наши стороны. Ну что, двигаем потихоньку. А я тогда вот здесь вот через кустики. Вижу вертолет. Сидит? Он сел на крышу завода возле трубы. Пилот внутри есть? Ну нет, он ко мне спиной, вертолет. Я не вижу пилота. Он, короче, от вас немножко за здание большим вот этим заводским прикрыт. Он вот на нижней части, да. Подожди, второй. Тихо. Да, вижу вертолет, он заводится. Видишь? Нет, не заводится. У него лопасти вращаются. Нет, не вращаются. Как нет, когда вращаются? Я четко вижу, что он стоит и не вращается с лопасти. Я вижу, что он стоит и вращается. Я ближе. Я понял. Принял, туда же двигаю. Они, скорее всего, завод утают. Вряд ли они к палаткам пойдут. Думаешь, они там оставят? Да, то это хорошая новость. Залезем. Да, там лестница есть какая-то сбоку. Наверх, на крышу завода? Да. Можно. Кажется ли он... Там есть лестница. Пылит. Мне кажется, он на холостом ходу стоит. У меня стоит потихонечку и заглушен. Я никого не вижу рядом. Аналогично. Ну весь заборчик, это и звук такой легкий. Тук-тук-тук-тук. Малые обороты. Блин, деревья мешают. Я не вижу теперь. Вы на пригорочке, да? Да, на холме. Я внизу просто, в низине. Прям вот я на север, наверное. Ну, то есть на юг, что я говорю. Ну, на у хвоста, короче. Да. Вот, все, теперь останавливаются лопасти. Все, остановились. Сидит? Не вижу. Где? За пилотом? Бежит к нему. Бандит. Есть контакт. Да, садится внутрь. Он нет, он что-то загрузил. А, что-то загрузил, да, он отбегает. Смотрит отбежал. В вашу сторону. С пистолета смотрит. А внутри никого нету. Он лутает, стреляйте. Он что-то ремонтирует там, стреляйте. Бей. Ранил. Убил. Готов. Подтверждаю, готов. Вышел второй. Есть. Умер. Двигаем они туда? Готовы. На полном ходу. Пофиг. А ты-то чё? Ты не играешь. Передай ему. Сани, прикрывай нас. Короче, я напрямую иду туда, Саня, прикрывай. Принял? Подойду поближе.